Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Сегодня хочу показать результат посадки ягоды имантантной, которая выращивается и в открытом грунте, и на окошке. Это земляника садовая, Александрина называется, от фирмы Сидек. Ее можно заказать любое время по интернету. Итак, схожесть у нее 100%. Я порезала на пластины, разложила и присыпала грунтом. Об этом есть видео у меня на канале, недавно я делала, 15 июля. Прошло 2 недели, и посмотрите, какой отличный результат. Теперь я их распикирую, рассажу по отдельным ячейкам, и уверена, что на окошке тоже будет результат хороший. Конечно, света будет маловато, придется досвечивать. Ну, посмотрим, что будет. Конечно, здесь ростков очень много, очень много. Выберу самые сильные. И затем, конечно же, покажу результат вам. Ну, посмотрите, как это легко. Разрезали ягодку, посадили, присыпали и немножко поливаю. Аккуратненько. Сейчас, конечно, непривычно видеть такие малютки. Но, тем не менее, вот в августе, если посадите такой сорт землянички, она безусая, поэтому очень хорошо будет расти в горшочках. И, конечно же, надеюсь, что будет результат. От семян до урожая прошло 4 месяца, поэтому как раз вполне реально получить урожай и на окне. Это, согласитесь, будет очень экзотически, когда на зимнем окошке будет колоситься зеленый куст с красными ягодками. Называется сорт Александрина. Очень неприкотливый, растет 100%, не гибнет, как многие другие. Запах очень хороший, такая приятная, лесная, как бы. Красивая, вкусная, сладкая ягода. Она средних размеров, небольшая, но это и не клубника, а земляника. Вот такой вот результат, чему я очень рада. Впрочем, как всегда. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока!